Мое утро начинается в 6 утра. И чтобы я уже была здесь, и в 8 мы открываем уже свои двери, чтобы радовать наших гостей вкуснейшим кофе. Ну, здесь я делаю весь кофе, получается. Это все... Здесь кофе на эспрессо, на основе эспрессо. Это, получается, капучино, латте, также кофейные коктейли, такие как мокко, латте с разными сиропами. Ну, чаще всего, мне кажется, заказывают кофейные коктейли на основе кофе, горячего шоколада и взбитых сливок.